Всем привет, с вами Никита, и мы играем в игру Flash Verge 2. Но мы в мультиплеере будем играть. С моим другом в эти три восьмерки. Вот и скопировался экран. А четыре восьмерки готов? Так. Я сохранил там. Начинаем. Молодец, Вэч, ты его восьмерки. А теперь ты его восьмерки взяли и потеря сихан. Вот здесь надо нарушать Е. Там дверь. Еда тут вот такое. Пистолет классный. И ракетница. Понял, вот четыре осьмерки. Что-то я умею странно. Вот. Если что, а там наверху сидят. А сидит андроид с автоматом. Вот что надо спустить. Нет. Я его смёк. Всё, А, красный? Это хорошенький. Там босс. Я специально его сделал таким сложным. О, боже. Я правильно меня сделаю. А меня раз бомбай. Никто не знает. А это не. Робот сидел вон там. Вот там робот сидит. Видишь, наверху робот сидит. Да, он хороший. Да, это как бы охрана.
нас, кстати, раньше выпустили из тюрьмы. Где ты? А, вот. Где ты? Давай сюда. Мягче. Ой. Я не скажу, что стрелки, потому что это... А четыре стрелки, это очень нормально уже их. Понял. В эти три очереди, там еще один свое оружие и взять где-то красненькое. Я могу себе мое хорошее оружие. Да. Сейчас сяду, ему не дает пройти. Я сейчас сяду сделать, чтобы он не мог пройти. И чтобы очки его силу. Ой. Ты можешь пистолетом стрелять, он быстрее. Да. Да. О, у тебя красный автомат, стреляй красным автоматом. Да. Быстрее автомат. Молодец, вообще приусердце. Ох, я не разбираюсь в этом. Я... Вот столько у робота жизни. 2500. Где? Вау! Аккуратно, робот стреляет. Так, он живой. Сверху? А, это на твоем экране он сверху. Если хочешь, можешь пойти уже и нажать кнопку. Молодец. Ты прошла, ты прошла миссию. Но это и робот. На моем экране он вот здесь сидит и в бабах кает наш пуей и подхилкивает. Еще от тебя. Аж сильно стреляет робот. О, не надо мне робот. Надо робота стрелять. Ну что ж.
убили. А, вот ты где. А я думал, ты где-то у себя тогда. Я был подобрать клетку мою. Ну, думаю, я на этом все кончу. Всем пока, в следующий раз. И всем. Я передумал. Я пошутил, что закончил. Я не закончил! Хорошее мое. Я у тебя на стройках покинул. Давай. Вот. Думаю, я на это все кончу. Увидимся в следующий раз. И всем пока.